Пожалуйста, идти звонок, охрана труда звонит. В понедельник будет опись рабочих мест. Я говорю, брат, что вы описываете у нас? В компьютере только они. Ну вот, надо все будет описать. Вот и 5, больше даже, 7 минут с ними вот ля-ля. Итак, я коротенько напоминаю, что с Ильей Леонидовичем мы прошли уже. Значит, теория звучания для ангармонического осциллятора. Я напомню, уже, может быть, в варианте немножко по обозначению своих, так? А вот есть у меня, да. Итак, значит, ангармонический осциллятор. Очень популярная, кстати, такая вот задачка. Она очень простая, но очень популярная задачка на теорию звучания. Гамильтонян, это есть H0 плюс V, в общем случае, да, в случае ангармонического осциллятора. H0 это гамильтонян гармонического осциллятора, то есть это Vx в квадрате, ну, мы рассматривали линейный случай, плюс Kx в квадрат пополам, а V, значит, V возмущение, ну, обычно говорят, это ангармоническое возмущение. Это либо ангармонизм третьего порядка, а x кубе, так, либо ангармонизм четвертого порядка. Ну, обычно дальше не ходят. Вот такие слагаемые добавляем. Понятно, что если в идеале для идеального гармонического осциллятора мы имеем дело с частицей, которая движется в параболической яме, так, то добавление этих слагаемых эту параболическую яму, конечно, искажает. Причем, обратите внимание, что ясно, что здесь условия применимости теории возмущения очень ограниченные условия. Применимость теории возмущения ограничена. Понятно, что, смотрите, АХ в кубе как себя ведет? АХ в кубе. Ну, в зависимости от знака А, конечно, тут такого типа кривая. Так? Вот. Х четвертый. Ну, и четвертая тоже парабола, только как ее называют? Четвертого порядка, что ли, можно назвать. Она доведет себя примерно так, что вот эти хвосты, вот так вот они пожестче, побыстрее, вот так растут. Но тем не менее, при больших x, конечно, вот видите, сразу эти слагаемые могут убить гармонические слагаемые. Поэтому здесь, конечно, надо либо малые а, безусловно, смотреть так, либо малые колебания. Малые колебания. Что это означает малые колебания? Это означает, что надо рассматривать состояние с минимальными энергиями. Я напомню, что энергия нулевого приближения ЕН с нуликом, это H омега, известно, классическая, в смысле фундаментальности. Формула для энергии идеального гармонического осциллятора, видите как? И причем амплитуда колебаний в гармоническом осцилляторе, она растет с ростом n. Поэтому фактически мы можем говорить о применимости здесь теории возмущения только для низших по энергии, а значит и по амплитуде состояния гармонического осциллятора. То есть вот где-то вблизи этой, вот на этой ямы, как бы, если говорить о классическом представлении здесь, вот только о колебаниях вблизи на ямы мы можем здесь говорить. Ну, а в общем случае, конечно, эти задачки интересны чем? Тем, что реальные потенциалы, ну, например, потенциал атомов в кристаллической решетке, он, конечно, не гармонический. Вот. И поэтому эта задачка, конечно, имеет такое практическое значение. Ну, самый простой вывод, который мы можем сделать вот из расчетов теории возмущения. Ну, например, посчитайте среднее значение координаты. Среднее значение координаты. Среднее значение координаты в нулевом приближении 0, я так буду писать, 0, если у вас v равно 0, да? То есть среднее значение координаты, ну понятно, вот здесь вот. Если вы включаете ангармонизм четвертого порядка, среднее значение координаты тоже будет 0. С чем это связано? А с тем, что видите, как эти два слагаемых, они симметрию разную имеют. Ну видите, картиночка какая. Оп, оп. Это четный потенциал, четная функция, а это нечетная функция. Значит, ясно, что если вы потенциал четный рассматриваете, да, то все состояния, которые вы получаете, их можно разделить на четные
ну, я имею в виду функции соответствующего состояния. Да, четное и нечетное. Четное N, четное состояние. Си 0, N равно 0, N равно 2, там, 4 и так далее. Это четное состояние. Четные функции. N 1, 3, 5, 10 и так далее. Нечетное состояние. Нечетные функции описывают их. Я напомню вам еще насчет функций. Вот у вас функция Пси 0. Это Гаусс обычный. Пси 0. А Пси 1 функция. Это вот такой синусоподобный. Ну, можно сказать, Гаусс так обычно не говорят, конечно. Ну, скорее всего, так. Вот это вот косинусоподобная функция. Да, это синусоподобная функция. Дело в чем, если я возьму вместо этой ямы параболической, я напомню вам бесконечно глубокую прямоугольную яму, да, я напомню, что решения там так выглядели. Нулевое решение, основное состояние косинус. Следующее по энергии состояние, оно вот так вот, синус был. Ну и повторялось дальше все. Число узлов здесь 0, 1, потом 2, 3, 4, 5 и так далее. Здесь видите тоже узлов 0. Значит, это вот пси 1, это пси 0. Здесь один узел, ну потом два узла, там три, четыре, пять и так далее. Ясно, что включение вот такого нечетного возмущения приводит к потере четности. То есть четность перестает быть характеристикой состояния. Потому что у вас в результате ваш потенциал, суммарный уже, да, не будет иметь определенной четности. Значит, у вас перепутаются состояния с разной четностью. То есть у вас произойдет перемешивание состояний, скажем, смотрите, вот. Сейчас я вам уже вопросы буду задавать. Состояние n равно нулю. Пси 0 было, да? Функция пси 0 описывалась. А сейчас какой функцией будет описываться? Ну, я так условно буду писать. Пси 0, первым приближением теории размещения ограничиваясь, плюс ну, какой-то коэффициент, который будет определяться через, ну, я напомню, сегодня формулу уже писал вам, vmn на em с нуликом минус en с нуликом. Этот коэффициент, который стоит перед, ну скажем, там функцией нулевого приближения какой-то n. И сумма pm идет там. Там только надо вот здесь поменять местами. То есть вот за счет возмущения x в кубе у вас перемешаются состояния. Ну, вот давайте вопрос, вот какие здесь перемешаются? За счет ангармонизма третьего порядка состояния. За счет x в кубе. Ну, если мы говорим о том, что при этом у вас четные и нечетные состояния перепутаются, то есть начнут взаимодействовать, начнут перемешиваться, значит, пси 0 перемешаются состояния при этом с нечетными n, да? Вот с какими? 1, 3. 1, 3. 1, 3. 5. 5. 1, 3 и только. А почему? Ну, я думаю, что это как бы так интуитивно чувствуется. Здесь x в кубе третья степень. Если бы пятая была, то бы пятая еще перемешалась. Это, в общем-то, интуиция оправдывается. Да? Почему? Да легко показать. Дело в том, что x, если вы перейдете, помните, мы с вами базе-операторы смотрели, да? X расписывается как оператор, да? В базе-операторах. Через комбинацию, ну там, значит, L на корень из двух, я напомню, A плюс A крест. X в кубе будет содержать какие, значит, комбинации? Я все их расписывать не буду, да? Но будут комбинации такие. Там будет всегда пара, вот такие комбинации. A в третьей степени, скажем, да? А в третьей степени что будет? Ну, она, этот оператор, а в третьей степени он понижает, ну, если вот он стоит в матричном элементе, скажем, да, ведь что такое x среднее? А, нет, я вот здесь вот. О, вот сюда надо смотреть. Если он стоит в матричном элементе, вот в таком вот x кубе, да, то x в кубе я расписываю через эти операторы. И вот слагаемся в кубе. Это слагаемое сработает только тогда, когда n будет больше m на тройку, правильно? Все. Здесь же не будет степени четверки, пятерки и так далее. Только тройки. Дальше будет слагаемое с A в кубе. Вернее, окрест в кубе. Это слагаемое сработает, когда у вас n будет меньше m на тройку. И вот. Но здесь будет слагаемое еще вот такого типа. Смотрите, будет A в квадрате на A крест.
Потом А крест в квадрате на А. А больше других и не будет никаких. Но эти слагаемые, что будут делать? Они будут либо на единичку в ту, либо в другую сторону менять. То есть ясно, что, скажем, комбинация n, а в квадрате на а крест, n будет, матричный будет не равен нулю, только если, не равен нулю, если что у вас, здесь у вас а крест n на единичку поднимает, да? Но здесь а одно на единичку обратно возвращает. И остается одно а, которое на единичку уменьшает. Значит, у вас n должно быть равно m плюс 1. Вот только тогда будет не 0. Вот это очень важно. Поэтому ответ на мой вопрос очень простой. Примешается с коэффициентом каким-то c1, ну его можно найти, конечно. c1 плюс c3, c3. Потому что минус 1 функции все минус 1 нету. И все минус 3 тоже нет. Все, вот функция как будет выглядеть. Это, конечно, очень важно, качественно важный результат. Почему? Потому что, ну, во-первых, сразу мы видим, что четность потерялась. Потому что новая функция, смесь четной и нечетной функции. И с потерей четности у вас сразу куча возникает качественных эффектов. Качественных эффектов. Ну, например, х в кубе средний сразу. Оп, становится отличным от нуля. Отличным от нуля. Ноль. Видите здесь. А это будет не ноль, если у вас включается v типа а х в кубе. Нечетно. Если х четвертый, то снова ноль будет. Потому что х четвертый вам что смешает? Пси ноль он примешает. Пси два, пси четыре. Все. Но это же четная функция. А здесь не ноль. За счет чего у вас получится? Х среднее на новой функции, вот на функции такого вида. А давайте просто рассмотрим. Смотрите, считаете х среднее, да? У вас слева, что такое х среднее? Это значит, вы на новой функции, ноль, да? Новая, только здесь новое основное состояние. Вот такой матричный элемент должен посчитать. Но только теперь функции у вас вот такие. Значит, у вас будет 9 матричных элементов, потому что функция здесь, 3 слагаемых слева, и здесь 3 слагаемых справа. Значит, будет 9 матричных элементов. Вот. 9, да? Или 6? 9 или 6? 9. Да. Сегодня непростой вопрос. Ну ладно. И среди них будут ненулевые матричные элементы. Какие? Ну, например, смотрите, вы берете слева все ноль, чистая исходная функция, четная, да? А справа вот в этой функции берете, например, вот эту вот добавочку, все один. Все, соответствующий матричный элемент у вас будет отличен от нуля. И, соответственно, это среднее в результате у вас будет, конечно, пропорционально вот этому коэффициенту c1. А качественный какой-то эффект? Ну, пожалуйста, половое расширение, например, так. Вот представьте себе, что у вас в кристаллической решетке все атомы сидят в таком четном потенциале. Температура меняется, да? А х среднее все время ноль. Вот. Температура меняется, х среднее ноль. Если же потенциал у вас будет несимметричный, такой нечетный, ну все у вас с ростом температуры у вас будут заселяться все более и более высокие уровни, так, ну и у вас на самом деле решетка начнет расширяться, конечно, естественно, расширяться. Почему? Ну, вы при нуле температуры, конечно, будете иметь заселенным только вот это состояние, но вы при этом x среднее посчитаете, у вас чему оно будет соответствовать? Это некое равновесное, соответствующее гармоническому потенциалу, плюс какая-то добавочка, вот он же средний будет отличен от нуля, но это будет добавочка небольшая. Ну а с ростом температуры у вас будут заселяться уровни из n равным единичка, там двойка, тройка. Для них вот эти вот средние на самом деле все больше и больше будут. И в результате у вас положение равновесия начнет смещаться. Это очень важный качественный результат. Ну я не говорю еще о других, например, возгорание переходов,
запрещенных ранее. Действительно, скажем, вот в гармоническом осцилляторе, давайте я спектр его нарисую. Я все это говорю для чего? Для того, чтобы показать, что, проиллюстрировать, что на самом деле теория звучания — это очень практическая такая вот часть квантовой механики, очень практическая часть. И на самом деле, когда вы занимаетесь с экспериментаторами, так, то вот это все приходится делать. И более того, экспериментаторы, правда, экспериментаторы обычно, я вам много раз уже говорил, а здесь не все же теоретики, да, экспериментаторы. Вот я сейчас с экспериментаторами потраплю. Я обычно считаю, что экспериментаторы, они умнее теоретиков, так? Вот. Поэтому я предпочитаю работать с экспериментаторами. Они просто умнее. И знаете почему? Не потому, что они так вот какие-то вот генетически такие вот умные, а просто их жизнь заставляет быть умнее. Знаете за чего? Из-за того, что им приходится все время иметь дело с тупыми теоретиками. А от тупого теоретика вы ничего не добьетесь, кроме гамильтонианов, лонсегрина какого-нибудь, да? Вот, какого-нибудь графического метода, там, диаграммной техники и так далее. А любой экспериментатор от этого шарахается сразу же. Так все. Поэтому идет себе, плачет, вот, и приходится ему самому додумываться. А как уже, он же гамильтонианов не знает, значит, он строит некую модель на пальце. Вот. И если этот экспериментатор после такого общения с теоретиками не умер, вообще не бросил занятия, так, он на самом деле становится, вообще говоря, человеком опытным. Вот. И вот эти модели у него рождаются в голове. И общение теоретика с таким экспериментатором чрезвычайно полезно. Вот я по своим опытам вам говорю. Чрезвычайно полезно. Почему? Потому что если вы, как теоретик, знаете какие-то немножко методы, вот там что-то, теория возмущения, что-то чего-нибудь, да, то, что экспериментатор не очень как-то знает, вот, то, взяв эту модель, идею его, да, вы можете вот ее как-то теперь уже, значит, вот осветить этой, даже иногда простенькой теории, которую и экспериментатор поймет. Вот. И в результате вы будете у этого экспериментатора вообще так числиться в друзьях теоретика. Ну, некоторые экспериментаторы, вот все, о чем я говорю, они сами, конечно, это все делают, так. Экспериментаторы ведь тоже разные, вот скажем, взять магнитчиков, они, ребята, попроще. Магнитчик, есть магнитчик у нас? Есть? Да. Как-то скромно они очень говорят. Они попроще не потому, что они, так, опять же, знаете, будем делить, там, тупые, не тупые, нет. Я сам магнитчик, на самом деле, поэтому в свой же огород я не буду камни бросать. Просто в магнетизме вопрос микротеории, он как бы всегда немножко на втором плане стоит. Там достаточно такой макроскопической теории очень много. И вот если экспериментатор эту макротеорию, молекулярное поле, там, скажем, какие-то представления из теории фазы, перехода и так далее, смотрим, то это уже много. А вот, скажем, ЭПРщики, резонансщики всякие, так, у них наоборот, они плохо представляют фазовый переход, вообще такие термодинамические как бы подходы, но зато им приходится волей-неволей заниматься вот микроуровнем, то есть атомом, пары там атомов и так далее. И они вот эту вот технику, теорию смущения, вот то, о чем я говорю, они вот проходят ее. Ну, во-первых, у них и курсы, это все там я вам рассказываю. Ну и кроме того, они просто в своей практике все время с этим имеют дело. И вот среди ЭПРщиков всяких, МРщиков и так далее, вы всегда встретите ребят, которые вот в таких вопросах, ну, будь здоров, любому теоретику дадут слово. Потому что они все это прочувствовали, все это сами просчитали, с экспериментов работали и так далее. Итак, вот я нарисовал спектр, идеальный спектр идеального гармонического осциллятора. Спектр эквидистантный. То есть вот у вас n равно нулю, там n единичка, двойка, тройка, четверка и так далее. Представьте себе, что вы имеете дело с заряженным осциллятором. То есть это диполь, значит, да, такой диполь, заряженный осциллятор. У вас переходы электромагнитные могут быть, но эти переходы, у них очень жесткое правило отбора. Только между соседними уровнями переход возможен. Ну, вверх или вниз. Стрелки можно так рисовать. Только между соседними уровнями. Значит, в спектре поглощения, излучения такого осциллятора вы увидите всегда одну линию только. Вот одна линия. Температуру меняйте, все что угодно. Одна линия все. Частота-то все время вот эта вот H омега. Вот ее и называют
характерной частотой будет энергия с рядом. Но если вы будете иметь дело с ангармоническим осциллятором, у вас ясно, что поправки к энергии полезли, да. И, кроме того, функции-то у вас, видите, перемешались все. Почему такое правило отбора? А потому что у вас срабатывает правило отбора дельта N плюс-минус 1. Вот оно, в идеальном осцилляторе правило отбора для электродипольных, так называемых, это самые мощные переходы. Ну а как только у вас состояния перемешались, энергии поменялись, так, все спектр у вас станет сразу настолько богаче, что иногда просто он становится, ну, богатым настолько, что разобраться уже в нем бывает сложно. Ну, давайте посмотрим. Вот представим себе, что мы включили ангармонизм третьего порядка. У вас функции пси-0 перемешали состояние. Вот это и это перемешали состояние. Что это означает? Пусть у вас начальное состояние вот такое. А конечное пусть идеальным будет. Так? Такие переходы сразу у вас появятся новые. Ну, тот, что был, он так появится, вот этот вот, да? Но у вас появится еще переход, смотрите какой. Вот у вас же там замешалось состояние вот это, да? А с него возможен еще вот этот переход. Значит, у вас появится новый переход, видите, такой, оп, который в идеале 0,2 соответствует запрещенному. Это переход запрещенный, на самом деле, в идеале. Так он у вас разрешится. Ну, видите, я вот так тоненькой какой-нибудь вот линией отмечу. Но у вас еще примешалось состояние вот это, так? Состояние примешалось вот к этому состоянию. Значит, у вас возможны переходы, а с третьего сюда возможен переход. Значит, у вас еще вот такой, например, переход. Тоже запрещенный ранее появится. И спектр богаче станет. И, кроме того, у вас еще и энергии поменяются этих состояний. Так? Вот. И поэтому, анализируя спектр, фактически, скажем так, вот такого ангармонического осциллятора, вы можете уже всю информацию вытащить. Вот о потенциале там и так далее. Это очень важная, конечно, вещь. Ну вот, пожалуй, я на этом с таким общим обзором этой задачки о ангармоническом осцилляторе закончу. Повторяю, что она на самом деле очень богатая в приложении. Идем в следующую задачку, которую вы решали с Юрием Леонидовичем. Это задача теории возмущения для выраженного уровня. Тоже знаменитая задача о эффекте Штарка в атоме водорода. Эффект Штарка в атоме водорода. Знаменитая задача. Я бы так сказал, что на самом деле вот в теории возмущений, правда, надо оговориться, конечно. Видите, все физики как бы делятся тоже ведь на такие, да, классы, группы, подгруппы и так далее. Смежные классы, теоретики, по уровню таких соображений. Бывают теоретики, которые занимаются конденсированными средами, так? Бывают теоретики, там, которые занимаются теорией элементарных частиц, там, ядерной физикой занимаются, да? Вот. Ну, физика конденсированного состояния – это немножко такое новое название. Раньше это называлось проще. Вот. Хотя это не совсем одно и то же. Твердое тело, физика твердого тела. Как-то постепенно физика твердого тела расширилась, так? И сейчас говорят, физика конденсированного состояния – это включает в себя не только твердое тело, но еще и жидкость тоже. Так? Вот, конденсированное состояние. Действительно, почему? Потому что на самом деле твердое тело – это как, ну, какая-то одна фаза такой системы, которая может и в жидком состоянии быть, и в газообразном даже, да, ну и в твердом. Это всего лишь одна фаза. Что-то мы будем ограничивать себя изучением только этой фазы. А, скажем, переход плавления, вот, и новая фаза жидкая. А кроме того, ведь, что значит жидкое? Это когда мы имеем дело с кристаллом, например, да, кристалл. Ну, берем вот плавим, да, какой-то, ну, это вы знаете, да, плавим. Вы получаете некое жидкое состояние. Но это решетка расплавляется у вас, да? Как она расплавляется? А вот, кстати, вернемся к осциллятору, у вас ведь там атомы все колеблются, да? Здесь положение равновесия. Вот. Даже при нуле температуры. Очень важно, при нуле температуры даже. Правда, при нуле температуры, давайте посмотрим. При нуле температуры у вас заселено только вот это состояние, если оно равно нулю. И амплитуда колебаний что-то я не помню сейчас, могу ошибиться в два раза или ее сосчитать. Ну как амплитуда колебаний? Не
среднее значение координаты 0, но обычно считают x квадрат среднее, да? X квадрат, то есть находит на самом деле дисперсию или среднее квадратичное отклонение. Поэтому надо посчитать x квадрат среднее, чтобы найти среднюю амплитуду колебаний. X квадрат среднее, вам корень квадратный извлечь. Это и будет как раз вот средняя амплитуда колебаний в таком в классическом смысле. Так вот эта величина, она считается очень просто. Вот смотрим сюда. X это есть L на корень из... где L это характерный, как говорят, размер осциллятора. Ну или, между прочим, можно по-другому. Характерная амплитуда колебания. А плюс окрест. Здесь квадрат. Значит, мы получим в результате L квадрат пополам. Да, равняется L квадрат пополам в ответе. Ну а тут надо фактически среднее вот квадрата, но А в квадрате среднее 0, А крест в квадрате среднее 0. Останется только среднее вот, вот этих произведений, где есть А, окрест, окрест А. Почему? Потому что те как раз произведения не меняют n. Не меняют n. Они нулевой вклад дадут в среднее. Значит, это вот надо так и записать. А крест на А плюс А на А крест. Среднее. Но А крест на А это n. Ну а это n плюс 1, потому что эти операторы не коммутируют. Вот. И мы в результате получаем очень простую формулу. 2n плюс 1. L квадрат пополам на 2n плюс 1. Вот, видите, ну корень квадрата извлеките, вы получите амплитуду колебаний. Значит, на что здесь надо обратить внимание? При n равном нулю, у вас, видите, амплитуда колебаний это не 0, это как раз то, с чем мы связываем так называемые нулевые колебания в осцилляторе, нулевые колебания. Так вот, амплитуда нулевых колебаний это корень квадратный, это L на корень из 2. Да? Вот это вот, ну назовем ее x0, вот так я ее обзову. Это средняя амплитуда, в смысле среднеквадратичного амплитуда колебаний, нулевых колебаний, то есть колебаний в основном состоянии. Но L, я напомню, это корень из h на m омега. Корень из h на m омега. Это то, что называют характерной длиной осциллятора. Но если сюда подставить омега еще, омега в свою очередь это корень из k делить на m. Я хочу зависимость от m вытащить. Корень из k делить на m. Значит, что у вас здесь будет? У вас здесь останется h на m омега, да? Тут корень из m останется, да? То есть будет m в степени, пропорционально m в степени минус 1 четвертая. Да? То есть, чем больше, лучше по-другому скажу, чем меньше m, тем больше амплитуда колебания. Ну вот возьмите решетки, да? Ну возьмите какой-нибудь, у железа, скажем, да? У железа, у него порядковый номер там 57. Ну, скажем, есть известное железо, скажем, 57-й, 57 фирм, популярный у физиков, Мюсбауэр и ЭМРовское ядро. Или возьмите вы, например, литий какой-нибудь. Ну, лития 2 изотопа популярных, шестерка и семерка. Либо шестой, либо седьмой литий возьмите. Видите разницу, порядок. Значит, ясно, что амплитуда нулевых колебаний вот у железа и у лития сильно отличается. А если вы возьмете гелий или водород сюда подставите, то там уже здесь порядок, там будет практически два порядка разницы. Я клоню к чему? Потому что вот для легких атомов амплитуда нулевых колебаний это не термоактивированное колебание, нулевые колебания при t равном нулю. Она очень большая, может быть, так. И поэтому легкие атомы, они с трудом создают решетки. Ну, понятно, да? Потому что представьте себе, чтобы создать решетку, надо как-то вот эти атомы, которые все время бегают так, что скользают, причем в таком квантовом смысле, их не поймаешь вообще. Вот. У них амплитуда колебаний, если так взять, например, какую-то сферу провести, вот, вот она там где-то бегает, да? А вам нужно решетку образовать. Но для того, чтобы образовать решетку, их надо как-то локализовать более-менее, да? А они сопротивляются, причем принципиально, квантовым образом. Поэтому легкие атомы очень часто называют квантовыми атомами. Потому что у них вот эти квантовые эффекты, нулевые колебания очень большие. Ну, например, гелий, ну, действительно, водород. Ну, и вы знаете, что есть твердый гелий, твердый водород, это вообще такая экзотика. Но, тем не менее, у вас
Представим теперь себе, что я температуру начинаю повышать. Да? Амплитуда колебаний, в смысле, опять же, средней подотечной, теперь начинает расти. Вот. Причем у рентгенщиков и нейтронщиков у них есть специальный такой показатель, который характеризует амплитуду тепловых колебаний. Это, да, фактически вот эта же величина. Вот эту величину рентгенщики и нейтронщики, они обычно ее из эксперимента вытаскивают, вообще говоря. То есть вот из экспериментов по рассеянию рентгеновских лучей и нейтронов эту величину можно вытащить. Так вот, если эта величина, она от температуры зависит, безусловно. При T равном нулю она переходит в свой квантовый предел, а при ростом, с ростом температуры она просто растет. Но представьте себе, что эта амплитуда у вас становится порядка параметра решетки, то есть расстояние до соседа. Что у вас произойдет? Все, решетка у вас исчезнет, расплавится. То есть у вас просто произойдет такой коллапс этой решетки, как такого образования трансляционно-симметричного. Все, и решетка расплавится. Поэтому для того, чтобы найти температуру плавления, на самом деле достаточно просто можно поступать. Надо взять корень квадратный вот из этой величины, да, то есть то, что я обозначил, x среднее, и просто приравнять, но эта штука будет от t зависеть в общем случае, просто приравнять параметр решетки. И отсюда вы можете температуру найти. Поэтому понятно, что у вас для легких атомов это будут достаточно температуры небольшие, потому что это для них, их вообще трудно в кристалл-то собрать, так? И вот я сделал. А для тяжелых, это вообще говоря, температуры могут быть очень высокие, потому что там амплитуда нулевых колебаний очень маленькие, поэтому, грубо говоря, стартовые условия для температурного роста вот этой величины, они просто разные для разных атомов, конечно. Да, вот такая ситуация. Ну хорошо, значит, вот это я опять вернулся фактически к этой задаче с гармоническим осциллятором. Давайте первый сделаем. Или нет у нас? А, нет еще. О, я извиняюсь. Нет еще первый. Ладно, тогда перейдем к эффекту Штатка. Итак, атом водорода. Классическая система тоже. Так же, как гармонический осциллятор, не менее, может быть, более даже важная. Атом водорода. Вот я рисую энергетический спектр атома водорода, оно так примерно выглядит. Кстати, вот представление, четкое представление об энергетическом спектре вот таких базовых систем, это очень важно, конечно, для физика. Видите, вот спектр гармонического осциллятора, экзистентный спектр, вы должны это хорошо, четко усвоить себе. Спектр атома водорода. Вот я провожу линию, соответствующую энергии равной нулю, E равно нулю. Мы рассматриваем систему, ядро, электрон. За нуль отсчета энергии, дело в том, что энергию всегда ведь отчитывают от чего-то. Я же могу вот здесь, вот в спектре, да, отсчет энергии начать с любой точки, грубо говоря. Ну, обычно начиная с чего? С той точки, от которой отсчитывается вот этот потенциал. То есть ноль. Поэтому на самом-то деле вот здесь начало отсчета энергии вот так вот выглядит. Вот он ноль. Почему? Потому что энергия станется равным нулю, это h омега пополам энергии нулевых колебаний. А это вот энергия несвязанного электронного ядра. Ноль. Значит, атом водорода будет соответствовать связанному состоянию электронного ядра, значит, отрицательная энергия будет. А вот энергия электронного ядра, движущихся относительно друг друга, да, ну как-то так перемещающихся, да, вот она будет соответствовать сплошному спектру. Ну, действительно, вы развели на бесконечность, скажем, да, электрон и ядро. Ну, электрон у вас может иметь какую-то кинетическую энергию, там, пожалуйста, это может, то есть не образовывая связанного состояния, тем не менее, у вас энергия может непрерывно меняться, но она будет положительной. Преобразование связанного состояния будет отрицательным. При этом у вас спектр будет дискретный. N единичка, напомню, да, N равное 2, а дальше я рядом формулу напишу. Эпсилон n равняется минус z квадрат на 2n квадрат. Это в атомных единицах энергии. Атомные единицы энергии. Одна атомная единица энергии. Это e квадрат на боровский радиус. Боровский радиус, видите, такая сейчас цепочка, да? Боровский радиус, а 0. 0,529 ангстрема. Ну, грубо говоря, пол ангстрема.
Значит, вот я вас предупреждаю, как член ГЭКа, у вас в этом году учебник, да, будет ГЭК в конце. Значит, если вы не отвечаете на вопрос, а чему равна ноль, так, вот, у нескольких членов комиссии, включая меня, может быть, первого, так, будет желание вам два сразу поставить. Ну, извиняюсь сразу, вот я вас предупредил. Вот. Видите, есть в любой науке, как бы, ну, некие ключевые какие-то вещи, такие вот ключевые вещи. Вот боровский радиус, он, во-первых, это величина, которая характеризует размер атома. Ну, правда, ангстрем тоже характеризует размер атома. Но то же самое, если вы не скажете, чему ангстрем равен. Вот. То есть, если вы начнете там 10 минус 5, то ли 4, то ли 3, так. Если вы запутаетесь в скорости света и будете говорить, что это 300 метров в секунду, или там чего-нибудь такое. Вот. Вот. То же самое. Ну, есть два варианта. Вы говорите и неправильно говорите, но запутались, и тут же поправились. Это нормально. Более того, это даже положительно влияет на комиссию, потому что это означает, что вы, ну, задумываетесь, да, ну, а если вы задумались, вы можете ошибиться, конечно. Пожалуйста, тут же поправились, здорово. Вот, если вы так отчеканили, как вот, не знаю, как бу-бу-бу-бу-бу, тоже думаешь, что-то заучил, что ли, там. Ну-ка, сейчас попробуем его там, значит, расколоть на чем-то. Надо знать, конечно. Боровский радиус, это, я скажу, со школы мы сегодня изучаем, да. Пол ангстрема. Вот. Атомная единица энергии, Е квадрат на ноль, это фактически энергия, классическая энергия взаимодействия кулоновская. Протона и электрона. На расстоянии Боровского радиуса. Видите, Е квадрат на ноль. Такие вещи. Между прочим, обратите внимание, ну вы, наверное, не знаете, просто вот двойки, которые мы в этом году ставили, вот недавно же это было совсем, мы в своей комиссии 5 двоек поставили. Ой, 5 двоек. Ну, плюс еще сколько мы греха взяли еще. Надо что, да? То есть поставив тройки некоторые. То есть вот из такого типа вещи. То есть когда на какие-то очень простые вопросы человек не отвечает либо вообще ничего, так либо говорит просто ерунду какую-то. Вот. Было и то, и другое. То есть такую ерунду говорили. Причем это не потому, что там, ну, просто там, какая-то вот, ну, не знаю, ну, запутались немножко как-то там, не знаю, что такое. Нет, вот не знаю просто все, не знаю. Призываю вас к этому внимательно подойти. И вот он скажет, n двойка, а дальше при n бесконечности, да, миллион, миллиард, триллион, мы к нулю все время подходим, да, то есть здесь спектр остается дискретным. Видите, так? Остается дискретный. И вот сюда помещается, вот здесь вот энергия основного состояния, видите, сюда получается, минус 1 вторая атомная единица. 1 атомная единица 27,2 электрона вольта. И вот эта энергия минус 13,6 электрона вольта, это полуатомная единица. Так вот, эта энергия, легко посчитать, это примерно 10 электронов вольт, вот это вот, примерно 10 электронов вольт, можете себе представить, вот в эти 3 электрона вольта попадает бесконечное количество состояний. И, тем не менее, дискретное. Плотность состояний, очень важная характеристика, плотность состояния. Здесь при движении вот сюда к нулю, гигантской становится, она резко возрастает. То есть число состояний, приходящихся на единичные интервалы энергии. Очень важная величина, которую называют сегодня DOS. Density of State. DOS. Ребята, знаете, что такое DOS? Operation System. Ну, может быть, да. Нет, я имел в виду другое. DOS – это долговременное оборонительное сооружение. Дося это может быть такое небольшого размера, если долговременное оборонительное сооружение, то будет Дося. Ну, это из войны. Вот ДОС, ДОТ, ДОС, ДЗОТ. Это все вот однопорядковые сокращения. Вот такая ситуация. И вот мы теперь берем на эту идеальную систему. То есть берем атом водорода свободный.
Ну, правда, как это представить свободные атомы водорода? Вот на Земле это вообще невозможно представить, да? Как нам свободные атомы водорода взять? Ну, значит, надо в космос, да? Водород, который там во Вселенной болтается, вы берете оттуда атом водорода, а соседние атомы там расположены на расстояниях, ну, скажем, несколько световых лет, так я условно представляю. О, почти свободный атом. И вот на него-то действуете полем, например, электрическим. Исследуйте эффект Штарка. Я вам мысленно представляю ту ситуацию, в которой вы можете проверить те результаты, которые мы будем сейчас получать. Догадываетесь, да? Это не просто сделать. Нет, но это не означает, что эту задачку решать не надо. Конечно. Почему? Потому что, ну, во-первых, тот водород, который все-таки мы в руках можем подержать, это что за водород? Ну, водород, скажем, вот здесь газообразный, да? Вот. Ну, там, конечно, он не свободный, так? Вот. Но, скажем, поле, которое на него действует, оно, скажем, ну, все-таки более-менее сферически симметричное, там нет каких-то выделенных направлений. А когда я электрическое поле включаю, оно все-таки однонаправленное, то есть оно симметрию понижает. То есть оно резко отличается по свойствам от тех возмущений, которые накладываются вот на этот водород. Поэтому сама по себе задачка это имеет смысл, конечно. Тем более, что у нее есть продолжение, вот эта задачка. Одно дело, когда вы включаете электрическое поле, ну, в таком классическом школьном смысле. Ну, то есть берете конденсатор, да, и вот туда садите между обкладками, скажем, этот атом водорода. Но ведь электрическое поле может быть и неоднородным, как в конденсаторе, но там однородное поле, да, ну, и бесконечная обкладка. А, например, в кристалле водород сидит, там поле неоднородное, электрическое поле. Значит, возникает задача такая, одна, это эффект Штарка в однородном поле, вторая, эффект Штарка в неоднородном поле. И вторая задача еще более интересная в практическом отношении. Почему? Потому что тогда мы можем ее результаты использовать для анализа электронных состояний водорода в гидридах. Что такое гидрид? Ну, это соединение водорода с другими какими-то металлами, может быть, и так далее. Ну, вот. Это гидридами называют еще соединения, в которых просто мы, которые мы наводораживаем, говорят, так? Ну, то есть туда запускаем водород. Ну, я, по-моему, вам рассказывал такую хохму, мягко выражаясь, когда вы берете литровую банку, туда жидкого водорода наливаете, выходит туда литр жидкого водорода, потом берете эту банку, наполняете материалом, ну, скажем, самарий кобальт-5. Постоянный магнит такой есть, ну, магнитчик вы заняли, правда, такая баночка самарий кобальт-5 будет стоить хорошо. И вот в эту баночку вы нальете уже теперь не литр водорода, а полтора. Да? Хороший такой фокус. Задуматься есть ничего. Вот. Ну, отгадка-то очень простая, просто расстояние, скажем так, такое межатомное расстояние, ну, для водорода имеется в виду, в жидком водороде среднем, да, и вот в этой системе отличается просто в пользу той системы. То есть расстояние между атомами водорода оказывается в соединении меньше, чем в свободном состоянии в жидкости. Видите как? А гидриды, ну, вы, наверное, слышите там всякие проекты водородной энергетики и так далее. Вот это уже это приложение уже к водородной энергетике напрямую. Потому что, например, емкость для перевозки водорода, ну, понятно, что самарий кобальт-5 это будет лучше, чем просто наливать в банки. Но, правда, самарий кобальт-5, я уже говорил, он сам по себе дорого стоит. Поэтому вопрос исследования, например, вот этих гидридов, разные материалы наводороженные, так, он представляет собой чисто практический интерес. Ну и кроме того, это интересно еще и с фундаментальной точки зрения, конечно. Давайте после перерыва перейдем к этому интересу. Есть методика такая, называется электрополевой эффект в ЭПР, то есть электронном парамагнитном резонансе. Берут, скажем, рассматривают какие-то атомы с помощью, ну, обычно парамагнитные ионы, ну, скажем, хром в рубине, да, хром в коруне, значит. Хром с корундом это рубин. Лучше сказать, корун с хромом это рубин, да? Вот. Ну да, вот алюминий 2-3 и немножко там чуть-чуть хрома. Вот излюбленная система такая для ЭПРщиков. Вот они следуют ЭПР на хроме, а потом включает поле электрическое. Вот. Ну и смотрит, как там линия МР изменится. Она обычно смещается или расщепляется. Говорят, вот эффект Штарка в ЭПР, или электрополевой эффект в ЭПР. Вот я вам хочу байку рассказать, так, чтобы немножко вот сгустить как бы краски и показать, насколько вот все эти вещи актуальны сегодня.
Сегодня, скажем, в том, что называется физика конденсированного состояния, есть несколько таких очень тем актуальных, таких горячих, таких hot, таких горячих тем. Это, ну, правда, они меняются, знаете, часто они меняются. Почему? Ну, скажем, вот высокотемпературная сверхпроводимость. Ее изучают 25 лет, даже больше, уже 26, а объяснить не могут. Ну, постепенно взяли эту тему, просто перевели из hot. Ну, перестали заниматься, ну что толку, все равно объяснить не можем. И заменили другую тему, скажем, была модна несколько лет, тема колоссального несопротивления в манганинах, например. Такая очень интересная тема, но тоже объяснить толком не смогли, тему исключили из горячих. Сейчас горячая тема, это графен, ну тоже уже так сходит на нет примерно. Почему? Потому что переходит в разряд такой технологии. Дальше это топологические изоляторы сейчас модные. Топологические изоляторы. Ну и остаются модными вот на протяжении последних нескольких лет. Так называемые мультифероиды. Это системы, в которых очень большой магнитоэлектрический эффект наблюдается. Вот. Что значит магнитоэлектрический эффект? Ну, вы включаете, например, магнитное поле, а у вас электрическая поляризация либо возникает, либо меняется как-то. Так? То есть это возможность управления в этих материалах. Возможность управления электрической поляризацией магнитным полем. Либо наоборот, магнитной поляризацией, то есть магнитного момента, намагниченности, электрическим полем. Ну это здорово, особенно вот первое, когда вы магнитным полем меняете электрическую поляризацию. Вот. Особенно если слабое поле всего лишь для этого нужно будет, да? Это вообще колоссальные возможности использования в микроэлектронике. Вот. Ну а там все построено на магнитоэлектрическом эффекте, который очень родственен вот, эффекту Штарка. И вот я вам пример привожу. Тут у нас была конференция в конце августа здесь, в факультете. Вот, лаборатория сегментоэлектриков ее проводила. Международная конференция. Вот, и там был один доклад из Ростова-на-Дону. Парень, а у нас тоже был доклад. И вот я что-то смотрю, он все время к нам как-то так вот. Потом мы познакомились. Вот, он какую-то статью мне сунул. Ну, я ему пообещал, что я посмотрю обязательно ее. И действительно, во Франции как-то взял с собой, я пообещал, взял с собой. Вот я начал эту статью так внимательно смотреть. Теоретики. Вот. И вы знаете, как нынешнее, ну, это прежде всего к молодежи, конечно, относится. Но молодежь даже 50 лет тоже молодежь. Так? То есть ныне, на самом деле, мы постоянно изобретаем велосипеды. То есть вот выглядит это так. Значит, вы занимаетесь, скажем, ну, новой темой какой-то, топологические изоляторы. Вот. Ну, вы тут же смотрите, оп, последнюю статью. Ага, вот там что-то там, значит. И начинаете с этой последней статьей, там что-то там, может, недоделано. Вы нашли где-то там какое-то местечко для себя, как бы, да? Ну, нормальный физик как должен поступать? Вот вы нашли последнюю статью, так? Там есть ссылки на предпоследние статьи. Вот. Ну, вы их посмотрите. А в текст еще какие-то более ранние работы. Вот. И вы опускаетесь до тех пор, пока вы не нашли первую работу по данным теме. Так? Ну, скажем, если вы занимаетесь эффектами типа полевых, электрополевых эффектов, эффект Штарка. Значит, вы дойдете до самого Штарка. Вот так вот. Ну, и да, это правильно. Вот. Уже иначе вам грозит изобретение велосипеда. И вот сейчас этот велосипед постоянно изобретает. Вот эти ребята тоже хорошие ребята. Молодой парень там Никита из Ростова-на-Дону. Я внимательно посмотрел, он изобретает велосипед. Я ему уже, знаете, из Франции пишу мейл, Никита, вот все хорошо, но только вы посмотрите вот эту работу 67-го года. Вот. Вы фактически ее повторили, только повторили ее на уровне значительно более низком. То есть какими-то приближениями, которых там нет, там на более высоком уровне все это посчитано. И более того, там числа прямо есть, да? И не надо вам какие-то оценки делать там такие вот с потолка. То есть на самом деле вот то, о чем мы сейчас вот говорим, так, это вот на самом деле актуально сегодня. То есть этим сегодня все занимаются. Ну, по-разному правда. Итак, электрополевой эффект в атоме водорода. Основное состояние. Это равняется единице. Электрическое поле на спиновое состояние не действует. Можно такими большими буквами записать себе, да? Но, знаете как, никогда нельзя верить на слово никому и ничему, да? То есть это неправда, конечно. Электрическое поле действует на спиновое состояние. Но только в случае, если у вас есть спин-орбитальная связь. То есть если есть связь спинного пространства и обычного координатного пространства.
Это взаимодействие определяется спиноорбитальным взаимодействием, спиноорбитальной связью. Так вот, если эта связь включена, ну, она всегда как бы есть, ну, за редкими исключениями, вот, то, конечно, тогда электрическое поле, оно же в обычном пространстве действует, да, оно будет, его действие будет переноситься и на спинное пространство. Вот. Но часто говорят, ну, давайте пренебрежем этим. Вот. Ну, в общем, это имеет право на существование, такой подход. Вот. Почему нет? Если вы четко знаете, что а, спиноорбитальная связь есть, и б, что вы, в принципе, и ее вклад тоже можете учесть. Вот если так, то это все нормально. Итак, подключаем пока спиноорбитальную связь всякую, так? Тем более, что видите, n единица, я напомню, что при этом l 0, да, l 0, а спиноорбитальная связь записывается таким образом, спиноорбитальных взаимодействий в атоме VSO, это есть лямбда l на s, вот оно, стандартная связь. Но если l равно нулю, то, естественно, спиноорбитальной связи нет. Поэтому для этого уровня, да, можно спокойно спиноорбиты пренебречь. И значит, задача влияния электрического поля вообще спиновую степень свободы выбросить. На нее поле не влияет вообще. Это очень важно для теоретика, например. Как? А вот только мы сегодня об этом говорили. Теория смущения для вырожденного уровня, теория смущения для невырожденного уровня. Но спин-то ведь для электрона 1/2. Значит, уровень-то будет выражен двукратно. Хотя орбитально он не выражен, потому что L равно нулю, значит, M тоже равно нулю, да? Но спин 1/2, а значит, спиновая проекция, мю, принимает два значения, плюс-минус 1/2. Значит, уровень-то дублет. И, казалось бы, надо было бы использовать теорию возмущения для вырожденного уровня, но, учитывая, что наше возмущение на спиновую степень свободы не влияет, мы рассматриваем этот уровень как уровень невыраженный, чисто орбитальный уровень. Спиновую степень свободы, короче говоря, отбрасываем. Видите, это, в общем, такое вот тоже такая деталь немаловажная. Итак, что у нас будет? Состояние четное. Влияние электрического поля. Ответ сразу напрашивается. Линейный эффект Штарка будет отсутствовать. Почему? А потому что в однородном поле, я вам напомню, взаимодействие с однородным полем, это Штарк, ну так условно, взаимодействие с магнитным полем называют Зейманом, это Штарком. Штарковское взаимодействие, или просто штарковский гамильтониан, минус D на напряженность электрического поля. Вот оно, взаимодействие с однородным полем, с однородным током. Обратим внимание, что однородное поле цепляет за дипольный момент системы. То есть на однородное поле откликается система только своим дипольным моментом. Это означает, что если у нее нет дипольного момента, так и все равно вот ваше однородное поле, как будто его и нету. Дипольный момент для электрона, вот этот оператор вообще говорит, да, это E на R. E на R. С дипольным моментом возникают часто казусы, с чем связаны. Я думаю, что кто-то из вас уже вот об этом подумал. Дипольный момент как вы его определяете в классике? Вот у вас есть плюс-минус, да, такая пара, на расстоянии L. Дипольный момент равен тогда заряд на L. Ну и действительно, вот посмотрите на это выражение. ER. А R-то откуда отсчитывается? Я могу отсчитать его вот от этой точки или от трамвая, так? Только у меня же дипольный момент будет меняться каждый раз. Маленькая деталь. Я говорю о операторе в данном случае дипольного момента. Да? Вот если вы начнете рассчитывать дипольный момент как наблюдаемую величину, да, вы с неизбежностью придете к чему? К среднему значению дипольного момента. К среднему значению. Ну а среднее значение, оно же, его расчет предполагает знание конкретной системы. Вот, вот скажем, вы будете считать дипольный момент, связанный с этим мелком, да? Вот. Ну, вам надо, чтобы знать, распределение зарядов всех там, да? Ну, состояние, как бы, знать. Ну, а дальше, конечно, вы точку, начало координат можете как угодно выбирать. Вот, как угодно. Но, тем не менее, наблюдаемая величина, как бы, дипольного момента, отнесенная вот к этой системе, она, конечно, будет постоянная у вас, так? Ну, есть проблемы, связанные с началом отсчета, ну, так же, как у энергии, например, да? Энергию можете отсчитывать, вот я вырисовал, вот отсюда, можете отсюда, произвольно выбрав ее,
Ну, все как бы оговариваются при этом, как мы отсчитываем, а иначе тогда беспредметный разговор будет, если вы не договорились о начале отсчета энергии. С дипольным моментом часто такая же ситуация бывает, вот об этом нужно помнить. Но в данном случае мы говорим о, значит, об операторе. Ну и кроме того, начало координат с атомом всегда выбирается просто очень. Это, конечно, ядро мы выбираем. Поэтому здесь можно считать, что это фактически есть как раз радиус вектора того самого заряда минус Е по модулю. Итак, если ваше состояние четное, то это среднее в ноль обращается. Почему? Потому что в ноль обращается вот это среднее в 1С состоянии. Потому что 1С состояние, вот здесь вот, S, это четное состояние. Значит, этот матричный элемент, а он войдет как раз в выражение для поправки первого приближения, напомню. Поправка первого приближения, как она считается? Дельта Е в данном случае 1С, первое. Это диагональный матричный элемент 1С, В, штарковская, так, 1С. Ну и фактически это будет может минус D среднее в 1С состоянии на напряженность электрического поля. Но вот D среднее придет к расчету F среднего. Ну а это 0, почему? Потому что у вас эта функция четная, это нечетный оператор. Все, 0. Значит, поправка первого приближения 0. И линейный эффект Штарка в атоме водорода в основном отсутствует. Все. Квадратичную останется. Квадратичную будет. Ну, квадратичную мы считаем обычным способом, взяв значит, формулу. Для расчета поправки второго приближения я не буду переписывать это, но квадратичный эффект Штарка будет. К чему приведет квадратичный эффект Штарка? Здесь надо вспомнить, что я сегодня об этом забыл сказать, что поправка второго приближения теории возмущений для невырожденного уровня, основного невырожденного, а отрицательно всегда. То есть, если у вас речь идет о поправке второго приближения теории возмущений к энергии основного невырожденного состояния, то она всегда отрицательна. Почему? Потому что знаменатель формулы для поправки в этом случае у вас всегда будет отрицательный. А числитель, там квадрат модуля входит, не отрицательный. Поэтому во втором приближении теории возмущений картинка так будет выглядеть. Включили поле, в первом приближении эффект 0, а вот во втором у вас появится смещение, причем вниз. И это смещение будет пропорционально квадрату напряженности. Ясно, что эффект будет слабенький. Правда? Электрическое поле мы можем включать достаточно сильное. Вот в отличие от магнитных полей. Потому что электрические поля мы можем прикладывать очень сильные. Там все ограничено чем? Ну, полями пробоя, как бы так. Вот. И эта проблема часто она такая чисто техническая, что ли. Да? Почему? Потому что если вы имеете дело с каким-то материалом и к нему прикладываете большое поле, то поле пробоя будет во многом зависеть, скажем, от чистоты материала, да? То есть каких-то дефектностей там и так далее. И поэтому для одного и того же материала поле пробоя будет иногда меняться на порядке, в зависимости просто от того, кто этот материал синтезировал и насколько чистым он является. А вот с магнитным полем сложнее, потому что магнитные поля сильные, ну и говорят сверхсильные, так? Это вообще экзотика, их очень трудно получать. Это вот несколько мест, включая наш, Саров, бывший Арзамас 16, где получают мегагауссные поля. Вот. Ну, это взрывная методика, это когда у вас образец вместе с вашей вставкой, так, все взрывается. Вот. И повторить, кстати, один и тот же, на одном и том же образце повторить эксперимент вам не удастся никогда, потому что все это разрывается. Хотя сейчас есть стационарные поля, достаточно сильные, ну, скажем, поля порядка сотен Тесла, это поля очень сильные, конечно, сотни Тесла, это практически миллион, более миллион Гаусс. Вот. Поля порядка сотни – это редкость, а вот порядка десятков, ну, скажем, 50-70, это поля сейчас получают в нескольких лабораториях, ну, скажем, в Германии. Например, один центр в Германии знаю, два центра во Франции, Гренобле, Тулуза, вот, в Штатах, ну и японцы, конечно. У нас таких вот стационарных полей больших нет, к сожалению.
Хорошо, идем дальше. N равное 2. N равное 2. Вот здесь ситуация очень интересная. Дело в том, что уровень с N равным 2 это уровень, для которого орбитальный момент при N равном 2, вот пишем все составляющие, так сказать, этого уровня. Во-первых, я напомню, если я спин не учитываю, да, то у меня кратность вырождения равна n квадрат. Значит, в данном случае это четверочка, это 4 состояния. Вот давайте все их выпишем. При n равном 2 l принимает значение 0 и 1. Вот здесь всего одно состояние, m равняется 0. Вот оно. А здесь 3. Уже здесь m пробегает 3 значения. 0 плюс минус 1. Вот все 4 состояния. Обратите внимание, что это состояние четное, а вот эти состояния 3 все нечетные. Потому что в атоме водорода орбитальное состояние, их четность, вернее, определяется значением орбитального момента L. Четное, четное состояние. Нечетное, нечетное. Похоже, как в осцилляторе, да, там только четное N, четное состояние. Нечетное, нечетное. Здесь все L определяется. От N четность не зависит в данном случае. И от N тоже. То есть, фактически у вас в свободном атоме водорода вот все эти четыре состояния имеют одну и ту же энергию, это четырехкратно вырожденный уровень. Это значит, что вы должны использовать теорию возмущения уже для вырожденного уровня. А значит, в первом приближении, то есть когда вы хотите линейный эффект Штарка получить, да, вы должны матрицу смотреть 4 на 4. То есть вы фиксируете n в первом приближении. С чего начинается вообще вся теория возмущения? Первое приближение, n фиксируется. Все остальные уровни забыли об их существовании вообще. И рассматривается теория возмущения только для изолированного уровня. Кстати, что это означает? Чем выше вы будете подниматься, да, тем вот это изолированное все хуже и хуже будет. Но возьмите уже n равное 3. Уровень с n равным 4 вообще будет рядышком совсем находиться. Потому что вот эта разница у вас единица на 3 в кубе, единица на 4 в кубе уже будет совсем маленькая. А уж если n ваши десятки, там скажем, ну, все. Это будет означать, что по мере движения вверх, да, то есть для состояний с большими n, ваша теория возмущения будет всегда под большим-большим вопросом. То есть как-то вот эти вот высокоэнергетические состояния, вот эти вот, в атомах вообще, не только в атоме водорода, надо как-то рассматривать особо. И вот на самом-то деле существует целый раздел физики, который связан вот с особенностями высоко лежащих, то есть практически состояний близких к ионизации, к ионизованным состояниям в атомах. Там плотность состояния гигантская, и там у вас вот, применимость теории возмущения становится под большим вопросом. Ну и кроме того, там даже слабые взаимодействия, да, слабые возмущения, очень сильный эффект будут оказывать вот на эти высоколежащие состояния. Потому что там близко расположены соседние уровни. Значит, даже слабые возмущения будут их сильно перемешивать. Вот это вот такой непростой момент. Хорошо, итак. Первое приближение теории возмущения для уровня с n равным 2. Ну, вы это уже рассматривали, я ограничусь только приведением результата. Итак, вам нужно вот эту матрицу, опять же, так, и 4 на 4. Строим ее. N двойка, напишу 2, L, M, V, так, 2 снова, N это то же самое у меня, L штрих, вообще говоря, да, M штрих. Вот так. Вот такую матрицу. Матрица 4 на 4. Матрица 4 на 4. Ну, давайте я ее как-то сразу нарисую, эту матрицу, которую мы представим сразу. Матрица 4 на 4. Итак, ну вот я ее запишу в матричный. Ну, матрицу 4 на 4, вот смотрите, как я ее рисую, эту матрицу. Так, нарисовал вот это вот. Две таких вот дуги. Потом 4. Ну и как-то вот так. Ну, надо как-то просто их распределить, чтобы места им всем хватило. Вот видите, у меня здесь немножко не хватает места. Вот здесь у меня как-то я не очень нарисовал. Значит, вот на этих местах у меня должны стоять матричные элементы. 16 штук, кстати, обратите внимание, 16 штук. Так. Ну, кроме того, я должен строгие столбцы как-то пронумеровать. Между прочим, то, что вот я сейчас рассказываю, это входит как раз вот в эту рутину. Вот всей работы
не только теоретиков, скажем так, но экспериментаторов, которые занимаются вот своим объяснением своего эксперимента. Особенно говорю, типа ПРщиков, так, вот, каких-нибудь, так, МРщиков, скажем так, ну или вот магнита, если вы будете заниматься магнитоэлектрическим эффектом, подобные задачки, я имею в виду магнитчиков. Итак, как-то надо перенумеровать матричные элементы. Ну как мы их нумеруем? Вот они, видите, LM, L меняется. Ну, очевидно, давайте, первая строчка, первый столбец, это вот, вот это вот, L0, S-состояние фактически, да, вот здесь. Ну, а дальше, скажем так, ну, давайте вот это вот, 3, вот этот блок, да, ну, его давайте здесь отметим, вот он. Вот так, пунктирчик, можно прямо так провести пунктирчик. Вот этот блок 3 на 3, это блок, который соответствует как раз L-единице везде. А M вот меняется. Ну как, мы договоримся. Вот вторая строчка, значит, да, или в этом блоке, это первая. Это M равно нулю. Ну, а это, скажем, плюс 1, минус 1, вот так. Ну, а это тоже M равно нулю. Только здесь L тоже равно нулю. А это вот блок весь соответствует как раз такой матрице 3 на 3, где L единица, и здесь L' тоже единица, да. Вот этот блок соответствует L 0, L' тоже 0. Блок 1 на 1 вообще. А вот эти две полочки, как бы, да, это полочка, ну, это что, столбец такой. Это перекрестные матричные элементы. Здесь, видите, строка-то соответствует L0, а столбец L1. Ну, а теперь давайте будем насыщать эту матрицу уже содержанием. Так, мы вооружены, в общем, большими знаниями на четвертом курсе. Я сразу использую все, чему меня до сих пор не учили. И сразу пишу ответ. Ноль. Вот. Дальше. Все, чему меня научили. Матрица Эрмитова. Значит, вот эти вот матричные элементы связаны с комплексным сопряжением. Видите как? Значит, мне надо раз, два, три элемента всего найти. Из 16, кстати. Ну, давайте еще упростим себе ситуацию. Видите, вот здесь у меня скалярное произведение. Ну, конечно, все зависит от направления электрического поля. Но я же могу систему координат выбрать так, чтобы у меня ось Z по полю была направлена. Ну, или тогда говорят, наоборот, давайте поле направим по оси Z. Ну, правильно нам все-таки говорить так. Выберем систему координат так, чтобы ось Z была по полю направлена. А то представьте себе, у вас конденсатор такой огромный стоит с направлением поля. Вот. Если вы будете по второму правилу действовать, то вам надо будет найти ось Z, чтобы потом пододвинуть этот конденсатор. И вы будете ходить и спрашивать у зафлапов, а где же ось Z у вас в лаборатории? Я думаю, вы недолго тогда в этом зафлапе задержитесь. Но это было бы интересно, кстати, такой сюжет. Итак, ось Z выбрали по полю. И тогда все это будет так выглядеть, смотрите. Минус, я сразу D заменяю, E, там, R, да? Это будет тоже минус заряд на Z, на напряженность поля. Z здесь ходит. Ну и тогда смотрим на вот эти матричные элементы. Они отлично, а, кстати, я не объяснил, почему эти-то отличные. Вернее, эти-то почему нулевые. А дело в том, что видите как, вот это блок, в нем я уже говорил, L единица, L' тоже единица. Но ведь эта функция нечетная, значит, и правая тоже нечетная. То есть произведение в матричном элементе, в соответствии, произведение вот этих двух функций четная функция. А это оператор нечетный, значит, в целом под интегральной функцией нечетный, интеграл 0. Ну, то же самое здесь. Здесь у вас L и L' по нулям. Матричный элемент тоже, конечно, потому что под интегральной функцией будет нечетный. То есть оператор нечетный, если он действует на четной функции, 0 дает. Но здесь-то вот у него как раз не на четных функциях. У него с одной стороны, видите, L будет 0, а с другой стороны L единичка. А значит, эта функция четная, это нечетная. Ну и он сам нечетный, значит, не 0. Матричный, значит, ему считать надо. Причем все нули-то уж тоже нехорошо. Итак, считаем. Значит, нам надо считать вот такой матричный ряд. Смотрите. Ну я вот вначале запишу вот строчку 2. 0, 0, так, дальше Z, 2, 1, ну а здесь M.
n меняется, 0 плюс минус 1. Ну, я думаю, что вы интуитивно, а интуиция это... Вот иногда вы интуитивно говорите 0 или не 0, скажем, да? Не знаю, в общем-то, как это объяснить. Ну, а вдруг о вас и не спросит никто, может быть. Тогда это пройдет, и вы сойдете за умного, так? Вот, интуиция – это великое дело. Нет, я массу примеров знаю, даже и собственного опыта. Иной раз говоришь, да, конечно, ноль. А потом задают, черт, блин, почему ноль-то? Ну, так кажется мне, ноль и все. Вот. Чего это правильно ноль? О, угадал, умный, значит. А, итак, не ноль когда? Когда? А как бы это доказать? Ну, мы это уже считали. Считали. Нет, но здесь, на самом деле, тоже вот в таких вещах есть некие простые правила. Головочек. Дело в том, что вот эта функция, смотрите, 2, 1, m. Она зависит у вас от r в сферической системе квадрат. R, тета и фи. Интеграл здесь пойдет у вас по r, по тета и фи. Так вот, зависимость от фи, посмотрите, вот здесь вот. Зависимость от фи, знаете, какая простая? Е в степени и m фи. Все, больше ничего здесь нет. И вот теперь посмотрите, интеграл по фи возьмите. Здесь ничего от фи не зависит, здесь тоже ничего нет. А вся зависимость от фи, вот она где только появилась. И вам по фи интеграл придется считать вот такой вот е в степени и m фи d фи. Ну а он при m равном плюс или минус 1 в 0 обратится. А вот при m равном 0 он даст вам 2π и дельта m0. Вот ответ. Поэтому здесь все легко на самом деле считается. Слушайте, один всего матричный элемент. Где он у меня? Вот он. А эти опять нули. Вот так вот. Ответ сразу вырисовывается, я его сейчас прямо и нарисую. Вот ответ тоже вы должны быстро рисовать. Вот ваша матрица, так? Как выглядят собственные числа? Начнем с этого, собственные числа. Дело вот в чем. У матрицы 4 на 4, 4 собственных числа, да? 4 должно быть. Ну, смотрим, здесь есть матрица блок не нулевой, ну, а все остальные нули. Значит, 2 вот этих вот нуля, это нулевые собственные значения, прямо, да? И два собственные значения, не нулевые, но они соответствуют собственным значениям вот этой матрицы 2 на 2. А у матрицы 2 на 2 такого типа, вы должны, я вам об этом говорил, помните, есть такая матрица сигма х. Вот запомните, она так выглядит, 0, 0, 1, 1. А у матрицы сигма х и у матрицы сигма z, она вот так выглядит, 1, минус 1, 0, 0. Собственные числа одинаковые, плюс-минус 1. Вот у этой матрицы плюс-минус 1. У этой матрицы плюс-минус x по модулю. Ну, можно и написать плюс-минус x, конечно, просто. То есть собственные значения, собственные числа нашей матрицы, они выглядят следующим образом. Я теперь нарисую прямо их лучше. Вот этот уровень себя равный 2, я его теперь выделю, масштаб меняю вообще так. То есть большое делаю там расщепление. N равно 2. Включаю возмущение по оси Z, в чем направленное. Включаю. Так, что у меня получается? Два уровня, ну, можно сказать, два состояния имеют одну и ту же энергию. Ноль. Ну, поправка, если ноль. Видите, поправка. Здесь же я рассматриваю возмущение, не полный гамильтониан. Значит, поправка ноль. Вот у меня два уровня будут дублетик такой, без всякого смещения. И еще вот два уровня, но... Они будут иметь разную энергию. Причем энергия как будет отличаться. Вот эти два плюс-минус х будут соответствовать, да? А х чему равен? Ну, х равен вот чему у меня. Минус е на е на эпсилон. Ну, ну, на е большое. И вот этот матричный элемент еще. Этот матричный элемент, ну, его обозначьте как-нибудь, да? Вот его обозначьте так. Z, S, P. Вот так. Z, S, P. То есть это матричный элемент Z между S и T состояниями. Ну а в целом я все-таки X оставлю обозначение. Итак, еще вот здесь вы будете иметь X по модулю. X по модулю. Вот это вот смещение уровня вверх и вниз.
То есть фактически вы получите эффект. Дело в том, что х-то по модулю будет пропорционально напряженности электрического поля. Это для нас х, это вот что такое, еще раз повторяю, х это будет минус е, небольшое, на вот этом zs5 матричный элемент. Ну, вы его считали в прошлый раз. Вот картинка эффекта Штарка. Линейный эффект Штарка. Интересно вот что. Теперь функции давайте посмотрим. Функции. То есть собственные векторы. Ну, мы с вами договорились. Берем 4 собственных значения. Каждый подставляем систему уравнений для собственной функции. И тему решаем. Но здесь на самом деле все просто. Смотрите. Вот здесь вот нули стоят. Да? Значит, соответствующие базисные векторы и будут собственными векторами. А какие это базисные векторы? Это векторы с m равным плюс-минус 1. То есть это будут два состояния p типа с m равным плюс-минус 1. Здесь я напишу так. m равняется плюс-минус 1. Или еще второй вариант. Это px, py состояние. Помните, когда мы говорили о p состоянии, мы говорили, что p состояние можно двояко описывать. Либо в декартовых координатах. Тогда их будет 3. Px, py, pz. Либо, ну и иногда говорят, в неприводимых компонентах или в сферических. m 0 плюс-минус 1. m равно 0 это pz. А m плюс-минус 1 их линейная комбинация px, py. Ну или наоборот. Кстати, это как бы орбитальки, которые направлены перпендикулярно направлению электрического поля. Поле-то мы по оси z направлены. А вот эти что за два состояния? Здесь интересно, видите? Соответствующие ненулевые матричные элементы стоят не на главной диагонали, а на побочной диагонали. А значит, в результате мы получим смесь состояний S и P. Вот таких состояний. 0, 0 и 1, 0. Смесь. Ну, давайте их запишем, эту смесь, да? Значит, нормированная на единицу. Единица на корень из двух. Дальше S плюс pz, вот так я запишу. Но если я здесь s плюс pz, то здесь единица на корень 2, s минус pz. Ну, легко проверить, состояние будет нормированное на единицу, и ортогонали друг к другу. Но, правда, вопрос возникает, почему я записал здесь плюс, здесь минус, а не наоборот? Вопрос непростой, кстати. Давайте к этому вопросу подойдем с точки зрения такой вот пальцевых соображений, таких физических. Вы знаете, как в школе бывает? Я помню, в школе учился. Ну, я такой хороший ученик, почти ботаник такой. Можете представить. Вот я, кстати, во Франции, в Ницце на конференции встретил такого парня, выпускника МГУ, химик. Петя. Петр Соколов. Вот такой парень. Ну, ботаник такой. Ботаник, все так знаю, все. Правда, ботаник, а во Франции устроился на работу. Ну, такой умный, очень-очень такой умный. Но бывают вот такие умные ребята, ботаники, а бывают просто умные еще ребята. Они вот, а на пальцах все объяснят. Вот я вам теперь со ссылкой на этих ребят объясняю. Дело в том, что, смотрите, вот в этих двух состояниях дипольный момент равен нулю. Почему? А эти состояния четные, они пишут четные функции. Дипольный момент, конечно, равен нулю. Наблюдаемый. А вот в этих состояниях, обратите внимание, здесь смесь четной и нечетной функции. Значит, среднее значение дипольного момента в этих состояниях отлично от нуля. И в этом, и в этом. Но вспомните теперь, электрическое поле у вас направлено, да? Электрическое поле. Вот дипольный момент. Как дипольный момент в электрическом поле направляется? По полю. Значит, есть состояние с дипольным моментом, направленным по полю. Оно выгодно энергетически. Значит, вот это состояние наше, вот оно, да, это есть, точнее, должно быть состоянием, в котором дипольный момент направлен по электрическому полю. Поэтому написать здесь плюс или минус, вот от этого и... Нет, вы можете, конечно, как ботаник все это проделать и получить то, что надо. Если же вы не ботаник, да, то вы должны просто проверить. Посчитайте среднее значение дипольного момента вот в вашем состоянии. Это среднее значение должно быть положительным в этом. То есть это означает, что момент направлен по полю. А в этом значит то же самое вы получите значение, но отрицательное. Легко догадаться, что при расчете этих средних у вас отличными от нуля матричными элементами останутся только те, которые соединяют функцию S и P. S и P, а они, видите, знаком будут отличаться. Ну а в этих состояниях дипольный момент будет равен нулю.
По классике это вот чему соответствует. Итак, поле, дипольный момент. Оп, дипольный момент выстроился по полю. Это вот это состояние. Дипольный момент против поля направлен, но энергетически самое невыгодное состояние. Вот оно. И дипольный момент направлен перпендикулярно полю. Это как бы вот эти два. Но вы обратите внимание, что эта классическая аналогия, она, конечно, немножко ущербна. Почему? В этих состояниях у вас вообще дипольного момента никакого нет. Просто нет и все. Вот. А по классике им придется, значит, ставить соответствие состояние, в котором дипольный момент направлен перпендикулярно полю. То есть в этом случае действительно у вас, видите, энергия взаимодействия равна нулю. Как и в нашем случае. Все на этом. С этими задачками. В следующий раз мы рассматриваем с вами атом водорода в неоднородном электрическом поле.